Всем привет, друзья мои! Снова поговорим о замечательном телефоне Asus ZenFone 5, на котором установлен, по крайней мере у меня, Android версии 4.3. И постоянно этот телефон обновляется. Обновляется его прошивка, содержание, появляются какие-то улучшения. Также хочу отметить, что здесь Android стоит 4.3, но Asus на смартфонах линейки Asus ZenFone 4, 5, 6 установила оболочку ZenUI, и она постоянно обновляется. Если раньше, к примеру, у меня рабочие столы перелистывались как бы друг на друга, кто-то уходил влево или вправо, в зависимости от того, куда ты его направишь, то теперь вот что происходит. Посмотрите, как изображение как будто углубляется чуть-чуть с поворотом направо и вниз, в бок точнее. А следующий рабочий стол и иконка на нем появляется из глубины. Также стали перелистываться приложения. Посмотрите, установлено на моем компьютере, я вышел в соответствующий раздел. И посмотрите, как все красиво меняется. Также, если вы хотите, чтобы приложение было меньше на конкретном рабочем столе, вы можете вот так сделать, раздвинуть. Посмотрите, здесь сейчас их 4 на 5, 20 штук. Еще раз двинем. Теперь их 16 штук. Еще раз. 12 штук. Может быть, такое же установлено на других телефонах производителей. Не знаю. Но, по крайней мере, это появилось вроде бы недавно. А насчет рабочих столов, которые изменяются или просматривают установленные приложения и перелистывая рабочие страницы, их можно таким образом увидеть определенную анимацию при смене. Это появилось совсем недавно. Всем привет, друзья мои. Появилось после обновлений соответствующих.